Смерть у подножия креста стояла, смерть на распятие ждала. Вот Сына Божьего коснулась жала, в объятия Иисуса приняла. Какая жертва не была подобной, торжествовала смерть, и ты со мной. Тебя упрячу под плитой надгробной и оглушу могильной тишиной. Как сладок был для смерти вкус победы в долинах мрака среди мертвых, Бог. Конец, все сказано и все допето. Где чудеса Иисуса, где любовь? Иисус был мертв, крепка была могила, и узы смерти не разорвать. Смерть знала, нет такой на свете силы, чтобы из могилы мертвого поднять. И в царстве мертвым эхо прозвучало, что умер Бог, как страшен смерти гнет. Но смерть ошиблась, утро наступало, то утро, что весь мир перевернет. Трудилась в эту ночь смерть до рассвета, присела отдохнуть, устав от дел. Но что это? Откуда столько света? С могилы сдвигнут камень, кто посмел? Смерть задыхалась от негодования, еще никто не открывал могил. Неправда, нет, такого не бывает, шептала, руки опустив без сил. Бывает, правда, смерть согнула плечи, увидев, как из плена выходил Господь Иисус, Он смерти шел навстречу. Смерть поняла, Сын Божий победил. И в сторону шагнула жалкой тенью. Иисус воскрес, и смерть, нет, не сильна. Жизнь ликовала, утро воскресенья. Какая радость Господом дана! И солнышко взошло, и птицы пели, и распускались нежные цветы. И вновь сердца учеников горели. Об этом вспоминаем я и ты. То утро к нам в сердца пришло однажды. Христос воскрес сегодня на устах. Воистину воскрес, ответит каждый, кто сердцем принял Господа Христа. Чему вы рады, спрашивают люди? Иисус распят, как можно ликовать? Мы знаем, но потом свершилось чудо. Христос воскрес, и в этом благодать. Слава Господу!